COVID-19 зафиксировали на 3 крупных предприятиях республики. По данным Роспотребнадзора Чувашии, проверка выявила 1 больного и 50 контактных лиц на предприятии «Керамика». 1 случай заражения на Чапаевском заводе, 4 заразившихся и 14 контактных лиц на предприятии «Гипер-М» в Порецком районе. На всех предприятиях провели дезинфекцию помещений и взяли анализы на коронавирус у сотрудников, которые контактировали с заболевшими, сообщили в управлении. Предприятие «Керамика» по решению суда закрыли на 22 дня. В соответствии с указом главы Чувашской республики, они имели право работать, значит, в эти дни в условиях действующих ограничений. Но при безусловном соблюдении мер, санитарно-гигиенических мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По информации Роспотребнадзора, к ним была отправлена проверка, которая установила нарушение со стороны предприятий при исполнении этих мер. И в соответствии с полномочиями Роспотребнадзора их деятельность была ограничена, приостановлена. По информации имеющейся предприятия «Керамика», это постановление Роспотребнадзора обжаловал в судебном порядке. Но суд поддержал позицию Роспотребнадзора в той части, что необходимо устранить все необходимые нарушения для того, чтобы предприятие могло продолжить дальнейшую работу. И позиция министерства наша такова, что все предприятия, которые имеют право работать в условиях действующих ограничений, они имеют право работать при безусловном соблюдении всех санитарно-гигиенических мер.